Мастера производственного обучения, продавцы, кондитеры и каменщики, штукатуры и маляры, страховые агенты и врачи, кассиры, проводники и почтальоны. И это далеко не весь список профессий, представители которых сегодня были награждены дипломами. Все они победители отборочных туров, проведенных отраслевыми профсоюзами на различных предприятиях городов и районов. Всего 37 человек, лучших на своем профессиональном поприще. Среди них Ольга Редькина, шеф-повар столовой Брестской школы номер 8. Я рада искренне, что мои знания и мой взгляд на школьное питание был так высоко оценен специалистами. Очень признательна. А как так? Ну, я просто люблю свою работу. Кроме тех, кто участвует в конкурсе впервые, были и те, кто ежегодно становится обладателем звания «Умелец Брестщины». К примеру, Виктор Ковалевич, слесарь предприятия «Брестмаш», 5 раз подтверждал статус профессионала своего дела. На конкурсах мы встречаемся со своими коллегами по специальностям, обмениваемся опытом, общаемся, знакомимся и продолжаем дружить. Жду республиканских соревнований, чтобы показать качество брестского труда на республиканском уровне. Кроме дипломов и материальной поддержки, профсоюзы совместно с руководителями организации стараются поощрять лучших работников, повышают профессиональный разряд или устанавливают фиксированную доплату за труд. Таким образом, конкурс «Умельцы Брестщины» стимулирует работников к совершенствованию и поиску новых форм и методов достижения наилучших результатов. Коль это умелец, коль это лучший рабочий по рабочим профессиям, то тогда, конечно же, у него высшая производительность труда. Он выпускает лучшую, качественную, конкретно способную продукцию. Значит, у него выше заработная плата. Значит, он соблюдает требования правил охраны труда, законодательства об охране труда. То есть это, я бы сказал, образцовый работник, образцовый труженик. И, конечно, таким образом его и ценят, и оплачивают его труд, и уважают. И такой работник является авторитетным в своем коллективе и на своей территории. Умельцы Брестщины в очередной раз доказали, что высокий профессионализм – это надежное завтра любой организации. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».